На таможне Бендеры и Кишинев сделали третью полосу и стоянку для грузовиков, которые въезжают из Молдовы. Это позволит снизить нагрузку на пропускной пункт. Такую задачу перед ГТК и администрацией Бендер ставил президент Красносельский. Сегодня об этом говорили на совещании у главы государства. Наибольшая нагрузка, так получается, из практики ложится именно на Кишиневское направление. Оно где-то и понятно. Вот. Именно центральное направление – это выезд с города Бендер. Речь шла о выделении отдельного грузопотока для грузовых транспортных средств. Освободить центральный въезд-выезд только для транспортных средств легкого типа. Вот. Ну, естественно, потом уже там, на месте, чтобы был обеспечен контроль. Ремонт на КПП почти закончили. Осталось сделать ограждение и разметку. Завершить работы планируют к концу октября. Президент Красносельский напомнил, на таможне не должно быть очередей. Мы должны думать, как сделать так, чтобы данный пост функционировал в полном объеме, вот, чтобы было удобно тем, кто занимается бизнесом, занимается внешнеэкономической деятельностью, удобно было тем, кто перемещается на автобусах, и удобно было тем, кто перемещается на автомобильном транспорте. В пешем порядке там редко кто ходит. Чтобы уменьшить очередь, ну и так далее, разгрузить данный пост. И о сроках. С 1 ноября на таможне должны запустить движение по-новому, чтобы людям было максимально удобно.